Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио-видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шеститко, и я продолжаю обзоры того, что называется IFA 2017. Посмотрите линки, посмотрите внизу описание к видео, посмотрите всплывающие аннотации. Ну и самое главное, да, где Xbox One X? Вот он, Xbox One X, вы видите его на стенде, и вы видите его, соответственно, в процессе игры. А сам Xbox One X представлен здесь как кейс, ну вот, корпус, да, его еще нельзя включить, а включить можно только прототип, то, что называется XDK, Xbox Development Kit, там есть кнопочки и так далее, это Microsoft таким же образом распространяет, вот вы видите, как оно играется, окей. И вот здесь вот сам Xbox One X, фактически его форм-фактор и внешний стиль выглядят как Xbox One S, соответственно, разве что больший корпус, да, вот верхняя часть таким вот выполнена наплывом, приемник дисков вынесли вот под низ, вон туда вот, я так понимаю, там находятся системы вот всех коннекторов и тому подобное. Куда я турнул? Сейчас тут народ нафоткает. А мы перейдем. А с другой стороны, на прототипе народ играет в игры, причем играет игры с джойстика, но с джойстик при connection как-то странным вариантом. Это вы видите 4К видео Forza 7, которая уже готова к работе. А вот it's good demo. Вот вы видите, как человек его держит и каких, в общем-то, размеров, относительных размеров будет иметь Xbox One S. Сейчас мы поставим. Ага, и вот они, порты. А вот вы, еще раз, это пустой кейс, вы не видите там внутри ничего, зато можно оценить порты. Соответственно, здесь вот стандартный набор, набор сетевого порта, SPDIFA, инфракрасный порт, 2 USB и ниже вход и выход для HDMI. Ну, знаете, что он еще работает и как телевизионная приставка. Так что вот, вот он, такой вот вариант. Спереди там одна кнопочка, сбоку красивый логотипчик. В общем-то и все. А вот можно увидеть, как выглядит, собственно говоря, Forza 4K. Честно говоря, над игрушкой надо еще работать, поскольку деталей не так много, как хотелось бы при 4К. Вот обратите внимание на находящиеся там горки, ну, в общем, как бы кустики какие-то вторичные и тому подобное. Ну, а сам Xbox One X, а тут не написаны его характеристики, написано просто, что на 40% быстрее. Напомню, что там установлено 12 гигабайт оперативной памяти, свой разработки AMD-шный процессор, терабайтный винт и прочее, прочее. Тут все фотографируются с соответствующим Xbox One X. Подробнее рассказать не сможем. Xbox One X пропускаем и переходим к Xbox One S. Ну, вот он, такой вот вариант. То есть, фактически, во многом пересекается с возможностями того, что есть, и внешним видом того, что One S и One X. Ну, и дальше стенд, который обеспечивает, собственно, игровые возможности, демо-игровых возможностей. Здесь Microsoft гоняет и демонстрирует реалити. Это я уже снял, как здесь ходить по этому домику. А нет, это другой уже домик, но в принципе похожий на вариант. То есть я это снял на Dell. Здесь стоят Hewlett-Packard-овские, Omen-овские компьютеры, судя по всему. Здесь также вы видите, что вы, а вон еще один Omen-овский компьютер.
интересно, чье это самое, чьи хендсеты. Вот это похоже Хьюлитт-Паккардовский хендсет, это жабровский, что ли, это просто наушники. Здесь, кстати, стоит делловская Аврора, да что ж это все ходят. И народ пытается поднастроить свои джойстики, как он, они работают в системе. Ну, а я буду прощаться по данному видео. Надеюсь, вы оценили гейминг и появление Xbox One X, по крайней мере, в виде корпуса. Ребята сказали, или девушки на самом деле сказали, что Xbox One X появится в продаже 7 ноября на день Великой Октябрьской социалистической революции во всех странах Европы, ну, в зависимости от того, каким образом закажут ваши сети, да, тот или иной девайс, и будет стоить около 500 евро. Я постараюсь разжиться к этому моменту демообразцом и сделать уже пару настоящих обзоров, тем более, что телевизор 4К есть. А я буду продолжать обзоры с IFA 2017. Еще раз напомню, что вы внизу в описании к видео, в всплывающих аннотациях, можете найти линки на другие видео, посвященные IFA 2017. Ну и сейчас я пройдусь дальше по стенду Microsoft. С вами был я, Игорь Шаститко. Подписывайтесь, ставьте лайки, шарьте видео. Всем удачи, счастливо, пока, увидимся.